Умха эти сердца, потому что стоит 100 сердечек. Да мне нельзя 100 сердечек уже. Мне мама не разрешает. Моя очередь рулить. Такой фен? Ты шо, фен? Фен все хардстоунеры знают. Стыдно не знать. А если не знаешь, что по гугле. Гугл и там... открываешь Google и там пишешь фен. И если по фену не найдет, ты там уточни шишки, соли, спайсы, сразу найдешь. Волонир при возвращении триггерит оберег. Ну ты же только что видел, что стриггерил, да. Ну, кстати, если там что-то с существом, не контрспелл, у нас есть шанс победить, потому что у нас опять one damage of little, как обычно. Сука. Там антимагия, ебать. Ебать, ребята. Ну это все. Ну, кто ж знал. Кто ж знал, что надо ставить дракона вестника. Могли бы выиграть, да, если бы секрет был другой. Еще и на овцу напоролись. Ну, ребят, ну вообще, ребят, еще на овцу. Как так-то? С другим секретом другой ход не спасал бы, да? Это... Тут нужен капитан очевидность, который силен задним умом. Нужен эксперт из чата, который скажет: сам проиграл, ошибся, надо было существо оставить. Я бы вот сыграл существо и выиграл бы. А я вот, мало того, что... попал на контрспелл, еще и напоролся на овцу. Хотя предупреждали. Ну, действительно, если бы я сыграл дракона, а не оберег, я бы выиграл. Ну, наверное, бы выиграл, да? Если, конечно, на овцу бы не напоролся. О, вот это размен, да. Вот это уже пошла игра, я понимаю. Только не оберег, чувак, не оберег. Но оберег. Фу, повезло. Бля. Сука, замри, 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 замри. Остановись мгновение, ты прекрасен, ёб твою мать. Займи 12 тысяч, без проблем, дружище. Пиши куда, я тебя отправлю, могу даже и 13. Ты только точно ведь отдашь, да? Послезавтра же отдашь, точно? Я не хочу на самом деле меч справедливости. Меч несправедливости — другое дело. Будем сейчас качать, чтобы он АУЕ нас не убил. Там может быть АУЕ по всем по 4. Качнем сразу, ладно. Там может быть казнь, конечно. Но скорее АУЕ, более вероятно. Падла, а? Хуел, что ли? Падла. Только я еще мог получше тут поменяться, по-моему. Бля. 7-11. Ёб твою мать. Говна там, что ли, поел, Вася? Нихуя себе, ребята. Знаете, почему стримеры тупые? Потому что они тупеют. Идут года, год за годом, а вопросы в чате все те же. Назови топ-3 класса на арене. Да ебаный ты в рот, а. Клинок 6 големов. Смелый ход, что-то зассал. Но смело такой. Там вдруг уехал 5 раз, всем по демеджу. Тем более, видишь, еще одна причина не играть себе големов сразу. Не, все правильно сделал. Бля, он сейчас летал, возможно, будет. Волонир. Волонир, это, конечно, интересно, но он меня убивает. У меня 14, здесь 9, 11. А, стоп, 9, 11, 15. У него, у меня 14. Да. Опять пришел волонир, опять проиграли. Дам, да-дам. Водители бомбят. Бомбят. Жесть.
Нихера себе комба. Так и стрим, так и стрим. Нихуя себе! Это что за? Если там рывок, нам, если там блокер, нам пиздец. Здравствуй, здравствуй, ангел-хранитель. Тут нашел композицию. Ссылка удалена. Со спорной ритмической и гармонической картиной. Короче, ребята, если там блокер, нам ГГ. Здорового образа жизни. Сука! Ну все, ребята, 6-3. Друиды? В смысле, токенцы? Да, мерзотная такая дечка. У тебя есть статистика, сколько девушек смотрят? Ну, достоверно статистику трудно раздобыть, потому что многие врут. По статистике ВКонтакте около 6-7%. Ну, я не думаю, что прям много врут люди о поле, ну, называть это прям полноценной точной статистикой трудно. Проверяется секрет. А если там блокер за 3 мана, что делать? Не 67, а 6-7. Это, кстати, выше статистики Твича раза в полтора. Кто чаще врет о поле, девушки или парни? Не знаю. Но я знаю, что о возрасте ему постоянно врут все. Сука. Школьники указывают не свой возраст, чтобы иметь доступ к взрослым группам. Один зритель из 20 тян. Даже чуть больше, да, в среднем. Ну, это один из 20, это в среднем по Твичу, у меня чуть больше. На самом деле, я вам расскажу историю. Ну, не историю, факт. Я его раньше никогда не озвучивал. Раньше. До того, как я начал дружить с Кирой. Их было больше. Только не говорите никому, ладно? Я на вас рассчитываю. У меня пока минус ВК, позже решим. Это ты меня там 12 тысяч попрашивал в ВК? Сегодня 3 человека написали и попросили в долг 12 тысяч. Причем тексты у всех разные, но колесо съесть. А все просто 12 тысяч. И Кири написали тоже. Да ну иди ты нахуй, а. Дядя. Дядя, ты что делаешь вообще? Просто рисует карты, чувак. Я даже не знаю, что тут сказать. Слава Украине. Да. Нормал дым. О, заебись. Ладно, проиграли. Токс Дженнидер, спасибо, что Токс Дженнидер. Спасибо за подписку. Где деньги лежат? Слушай, раз я так попался, может сразу назовешь топ самых мерзких вопросов? Я тебе могу вопрос номер один назвать. Самый-самый тупой вопрос. Не на стриме, а вообще. Сижу, значит, за компом. Ну, это не раз было, было много раз. Сижу, значит, за компом, скажем, 5 утра, 6 утра сижу, там чем-то занимаюсь. Может, компьютер играю, может, сериальчик смотрю. Ну, просто сижу за компом 5 утра. Приходит ВКонтакте сообщение от чувака, с которым я никогда общался, не общался, я его не знаю. Ну, это кто-то из зрителей добавился, может, из подписчиков. Ну, я с ним никогда не общался, мы с ним ни разу не разговаривали. Сообщение. Чё, не спишь? Что я начну рассказывать, чё, не сплю или вообще как? Чё, не спишь, ёпт, ну? Это капец. Не, ну я понимаю, что чувак пообщаться хочет, но ёпт твою мать. Это не то, с чего начинают знакомство. Гном дорогой, что ты сделал с собой? Был худой, молодой, любил Хардстоун, играл и бомбил. На арене тащи... Ёбаный в рот, а? Временная аномалия. Ну, твою мать. Вообще не круто. Не круто! Отрубать пожарника не по понятиям.